программу «Перезагрузка» на ТНТ обратилась Екатерина из города Красноярска. Катя работает на почте, а в свободное время подрабатывает таксистом. Одна воспитывает дочь. Катя перестала ощущать себя нежной, хрупкой и беззащитной. Рассказываем, что сделали для нашей героини. Инъекции ботулотоксина, которые позволили расслабить лицевую мускулатуру, разгладив таким образом некоторые мимические морщины. Биоармирование средней трети. Процедура запускает внутренние механизмы восстановления, стимулирует обновление, омоложение кожи за счет собственного резерва. Преимуществом современных филлеров является полная биосовместимость и стойкость. Увлажнили и добавили объема губам и сгладили носогубные складки. Провели процедуру по удалению старого татуажа бровей. Поработали с объемами тела, ввели липолитики, выполнили курс эндосферотерапии. Как вам такое преображение Кати? Оцените своими лайками и комментариями.